1 апреля заканчивается кампания по предоставлению налоговых льгот. Каждый, кто владеет каким-либо имуществом, может заявить о своих правах на льготы и не платить налог полностью. До 31 марта о своем праве на льготу по уплате имущественных налогов могут заявить жители Чувашии, у которых такое право появилось в этом году, или те, кто не воспользовался им ранее. Льготу могут получить пенсионеры, инвалиды, военнослужащие, участники войн. Полный список опубликован на сайте налоговой службы в сервисе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». В случае, когда у льготника есть несколько объектов недвижимости, то льгота будет предоставлена только по одному из них по выбору гражданина. Если же собственник не сделает выбор, то налоговая служба сделает это самостоятельно. Владельцы недвижимого объекта, земельный участок, транспортных средств, которые за 2016 год впервые имеют право получить льготы, они до 31 марта текущего года должны заявить свое право на получение данной льготы по имущественным налогам. Кто, соответственно, не успел непосредственно данную льготу заявить, будет формироваться уведомление в базе данных налоговых органов в части именно объекта, у кого сумма больше именно к начислению налога. А остальные объекты будут облагаться.